понятно, посмотреть, вы пришли, на что посмотреть, общаться. На то, как к стенке поворачивать, а пообщаться, конечно. Пообщаться как, наедине, либо вообще присутствие всех? Нет, нет, с людьми пообщаться, познакомиться, то есть когда же дойдем-то? Уже. Господи, мы там дошли как-то так быстро до красы. И ушли. И вышли. Насквозь. Ну, собственно говоря. У нас вопрос интересный. Вообще вот так, ну, без всяких там пыток, допросов. Так, баш на баш, по-честному. Вы сейчас пост держите? Да, да. Конечно. Ну, нам было думать, собственно. Кушать хотите, наверное? Пока нет, пиво еще много. Пиво не пиво, все хорошо. Так, калорийная водочка. Интересно, откуда она? Вот вопрос. Зайди еще раз, спроси. Да вы же даже не нальете, вы же даже не нальете. Я понимаю, сидел с самим, там, типа, разговаривал, он даже мне налить не налил. Чековой книжкой перед лицом не помахал. И все. Жадные люди, господи. У нас вот пришел гость, не кормили, не поили. Гость, когда пришел, вот я так сразу. А у вас и гости ходят? По-моему, странно вообще. Гостей-то нет. Все отлично. У нас здесь такой, тут товарищ Москвину был не пробиться как-то собственным сотрудником вообще никак. Тут гостей. По записи? Ну, очень. Только на воскресенье утро, короче, свободное время. Что ж вы растеряли это все нажитое, накопленное? Они растеряли, пока люди обдумывают. Я так понимаю, да? Ну, конкретнее. Да нет никакой конкретики. Так, шоу, просто шоу. Конечно. Слушайте, да, может, просто вот так его просто к стенке. А нахуя? Да, конечно, к стенке. Да, проще к стенке, на самом деле. Столько времени сегодня. Да. Было бы. И в плен на вот эти. Не, может быть, он хочет посмотреть наши позиции или что? Слушайте, пусть и свинок у нас попасет. У меня же сейчас нет ничего. Нам, да, нужно свинок поскольку. Да, короче. Товарищ? Нет, свинок не катит, лучше сразу стрелять. Нет, это мы уже решим. Я устану и буду стоять дальше, чем. Есть какие-то игровые варианты сдвинуть меня с места? Игровые варианты? Да нет, можем по жизни оттащить. Вдвоем-то оттащим. Свинок сюда перетащить. Нет, ну ты ж как... Нет, тяжело. Понравилось, что? Нет, ну я уже сделал агрессию. Вот я говорю, что мало. Не-не-не, мы же по игре играем. Если ты реально настроен на какую-то пожизневую агрессию, то ты так и скажи. Мы же я зашел играем. Вообще абсолютно. Ну, просто так сейчас сразу... Пообщался с вашим сначала. Знаю, абсолютно. Потом пошел посмотреть, как живете. Ну что, я думаю, если есть у нас товарищи, которые готовы разговаривать... Что, опять пытать? Нет, только сам был. Понятно. Так, правила попыткам знаем, да? Я заехал. Окей, давай я тебе объясню, смотри ситуацию. Паспорт дайте. Давай. Сейчас сначала попадаем. Игротех. Давай, я как игротех, короче, объясню. Смотри. Там возьмите зал, под руку, короче, мы пытки, да, что у тебя происходит? Ты можешь выбрать два варианта. Либо ты как бы честно отвечаешь на три вопроса, два варианта будет честно. То есть не просто там, потому что тебе задают три вопроса, ты честно их отвечаешь. Это раз. Либо ты можешь выбрать пытки в виде соревнований, то есть там, поджиматься с кем-то или крестики на руки поедать, то есть интеллектуально или физически. Если ты проигрываешь, да, то ты отвечаешь на вопрос также честно на один. Если ты выигрываешь, да, то ты не отвечаешь на вопрос и считаешься раненым. То есть надо тебя вылечить, там, продолжить допрос. Не более трех вопросов я могу задать с помощью пыток. Так, а если я отвечаю на вопрос дальше? Ну, ты отвечаешь, дальше еще, ты про пытки, да, имеешь? Вот прошли пытки, ты ответил на первый вопрос. Мы еще одни там соревнования какие-то устраиваем. Ну, вот, ты на второй отвечаешь. Еще одни соревнования, ты отвечаешь на третий, и, собственно, ты, как тебя добивают, ты уходишь, и тебя отпускают. Ну, мертвяк на два часа. Не, ну, смысл. Ну, в общем, выбирай, как ты сам ответишь. Или... Ну, давай сам, мне вот интересно, что спрашивать. Ну давай. Знаешь, Москвин, тут товарищ честно признался, что будет отвечать на все сам. И по-честному. У вас есть какие-нибудь вопросы? То есть три вопроса, мы не забываем об этом. Может, что-нибудь? Ну, как что? Про бензинчик. Да. Сейчас, подожди. Да, я думаю, про запасы на диске. Чего именно? Что с едой на Ганзе? С
едой все хорошо. Ну что хорошо? Ну еды много. Конкретнее. Да в количестве банок не знаю, но много. Количество. А по другим ресурсам? Ну второй уже, да, вопрос. Давай, что у вас с бензином? С бензином? Ну, три канистры есть точно. Дальше не знаю, счетчик изменилось за прошедшее время. Вот душу, я. Не, я беру просто вопрос, я за сабли задал на газотуру. Мне интересно, откуда столько тушенки, вот что-то физически ее слить не могу. Они запасы собирали пока? Нет, запасов, слушай, я знаю, что сабра раскидывала. Запасов на два цикла, короче, чтобы одна станция даже собрала, и при условии, что наши ребята еще принесли, да, там не может быть столько. Реально. Ну, третий. С какой целью ты сюда пришел? Реально посмотреть. Вот, сейчас. Посмотреть, пообщаться. Ну. Давай, да. Сейчас, короче, во имя революции совершим одно. Насилие. О, там не психушка. Не, просто мы не потому, что мы тебя сейчас расстреляем, не потому, что мы плохие. Да. Ну, что надо, чтобы люди уверовали в правильный. Просто ты идейный враг. Да ладно, не лечите меня. Это к стенке, товарищ, к стенке. Паспорт поговорите на родине. Расстреливай с паспортом. Можешь его к сердцу приложить, мы там прострелим.